Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем разбор экзаменационных вопросов по правилам дорожного движения, и мы с вами уже ответили на все вопросы на тему «Предупреждающие знаки». И сейчас уже приступаем к 64-й статье, которая называется «Запрещающие знаки». И эта статья также включена в 4-ю главу, которая называется «Дорожные знаки и дорожная разметка». Итак, давайте начнем. Первый вопрос. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? Зона действия знака 3.28. Стоянка запрещена. В данной ситуации распространяется до конца населенного пункта. Поставив автомобиль на стоянку на обочине за знаком 5.23, конец населенного пункта, вы не нарушили требования, знаки, и поэтому здесь правильный ответ будет номер один. Да, разрешена стоянка в указанном месте. Второй вопрос. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение на перекрестке? Знак 3.18.2. Поворот налево запрещен. Запрещает только поворот налево как таковой. Таким образом, на этом перекрестке вы можете развернуться в разрыве разделительной полосы или продолжить движение в прямом направлении. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Прямо или в обратном направлении. Третий вопрос. Какие знаки разрешают вам проезд на автомобиле к месту проживания? Итак, давайте вспомним, что действие знаков А, движение запрещено, и Б, движение механических транспортных средств запрещено, не распространяется на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в обозначенной зоне. Знак Б, въезд запрещен, запрещает движение в данном направлении всех транспортных средств. Поэтому здесь правильный ответ будет номер 3. Только А и В разрешают вам проезд на автомобиле к месту проживания. Четвертый вопрос. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение? Видим знак 4.3, круговое движение, как и все предписывающие знаки, разрешает движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками. Действие этих знаков, то есть 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, распространяется только на пересечение проезжих частей, перед которыми установлен знак. Иначе при въезде под знак предписывается двигаться вокруг клумбы против часовой стрелки, а следовательно двигаться в направлении В нельзя. Знак 3.18.1, поворот направо, запрещен, запрещает поворот в направлении А. Поэтому можно двигаться в направлениях Б или только Б. То есть правильный ответ будет номер 1. В также запрещен. То есть следовательно стрелкам кругового движения, извиняюсь. Поэтому правильный ответ будет номер Б. Только 1. Только знак Б, то есть номер 1. Пятый вопрос. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? Зона действия знака 3.27. Остановка запрещена. Распространяется до ближайшего перекрестка. Разрыв в разделительной полосе дороги перекрестком не считается, поэтому поставив автомобиль на стоянку в указанном месте, вы нарушите требования запрещающего знака. Поэтому нет, не разрешена стоянка в указанном месте. Шестой вопрос. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте? Знак 3.28. Стоянка запрещена с табличкой 7.2.2. Зона действия запрещает вам стоянку на протяжении 50 метров за знаком. Поставив автомобиль на стоянку в указанном месте, вы нарушите требования запрещающего знака, даже если проживаете рядом с этим местом. Поэтому ответ номер 3. Да, запрещено поставить автомобиль на стоянку в указанном месте. Седьмой вопрос. Какие знаки разрешают движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн? Знак 3.1. Въезд запрещен, то есть знак Б. Запрещает въезд всех транспортных средств, кроме оперативных транспортных средств. А знак 5.3. Дорога для автомобилей, знак А. Обозначает дороги, предназначенные для движения только автомобилей, в том числе любых грузовых автобусов и мотоциклов. На знаке 3.4 движение грузовых автомобилей запрещено, знак В.
На кузове автомобиля не указана масса, в этом случае запрещается движение только грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Поэтому правильный ответ будет номер 3. Только А и В. Восьмой вопрос. Какой знак запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств? Дальнейшее движение всех транспортных средств запрещает знак 317.2, опасность, то есть знак Б. Такая необходимость может возникнуть в связи с ДТП, аварией, пожаром и тому подобное. А знак 3.1, въезд запрещен, то есть знак А, запрещает въезд всех транспортных средств, кроме оперативных. А знак 3.2, движение запрещено, то есть знак В, запрещает движение всех транспортных средств, кроме транспортных средств, принадлежащих инвалидам первых и вторых групп или привозящих таких инвалидов. Действие знака не распространяется также на транспортные средства, обслуживающие предприятия или граждан в обозначенной зоне или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим там. Поэтому правильный ответ номер 2. Знак Б. Так, 9-й вопрос. Действие каких знаков распространяется только до ближайшего по ходу движения перекрестка? Действие запрещающих знаков, вводящих какие-либо ограничения, распространяется до ближайшего по ходу движения перекрестка. Знак Б, то есть ограничение максимальной скорости, и Г, стоянка запрещена, будет правильным ответом, то есть номер 2. Б и К. 10-й вопрос. Этот дорожный знак. Итак, значит, круглая форма, красная кайма, это признаки принадлежности знака к группе запрещающих. Знак 3.24, ограничение максимальной скорости, запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке. В данном случае, то есть более 40 км в час. Поэтому правильный ответ номер 3. 11-й вопрос. Разрешается ли вам осуществить посадку-высадку пассажиров либо загрузку-разгрузку транспортного средства в зоне действия этого знака? Перед вами знак 3.28. Стоянка запрещена, который не запрещает остановку, то есть преднамеренное прекращение движения на время, необходимое для посадки или высадки людей, либо загрузки или разгрузки грузов. То есть правильный ответ будет номер 2. То есть это связано с термином остановка. Даже если остановка продлится более 5 минут, да, можно остановиться в этом месте с целью посадки или высадки, а также загрузки и разгрузки. 12-й вопрос. Какой из знаков отменяет все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками? Из показанных знаков только знак В, то есть 3.31, конец зоны всех ограничений, отменяет все ограничения, введенные ранее другими запрещающими знаками. Название остальных знаков: конец зоны запрещения обгона, конец зоны запрещение обгона грузовым автомобилем и конец главной дороги говорят сами за себя. Поэтому правильный ответ будет номер 3, только В. Разрешено ли вам произвести остановку для посадки пассажира? Знак 3.29. Стоянка запрещена по нечетным числам месяца, запрещает только стоянку. Следовательно, остановиться в этом месте, в том числе и для посадки пассажиров, вы можете в любой день месяца. Поэтому да, разрешено. Правильный ответ номер 1. 14-й вопрос. Каким транспортным средствам разрешена остановка в зоне действия знака? В зоне действия знака 3.27 остановка запрещена, запрещается останавливаться всем перечисленным в ответах видам транспортных средств. Поэтому здесь правильный ответ номер 4. Всем запрещается. 15-й вопрос. Какие знаки запрещают дальнейшее движение без остановки? Итак, давайте обратим внимание.
Дальнейшее движение без остановки запрещают знак В. То есть движение без остановки запрещено. И знак Б. Таможня. А знак А. Постоянный пост дорожной полиции просто информирует о расположении поста ДПС на дороге, а знак Г, стоп-линия, указывает место, где можно остановиться при запрещающем сигнале светофора. Поэтому правильный ответ на этот вопрос будет номер 2, только Б и В. Шестнадцатый вопрос. В каком направлении можно продолжить буксировку? Знак 3.7. Движение с прицепом запрещено. Значит, запрещает в направлении Б не только движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепом, но и буксировку механических транспортных средств, к которым относятся мотоциклы. При этом не имеет значения, какое транспортное средство является буксирующим. Поэтому правильный ответ номер 1. Только в направлении А можно продолжить буксировку. 17 вопрос. Действия каких знаков не распространяются на транспортные средства, управляемые инвалидами первых и вторых групп или перевозящие таких инвалидов? Ну, думаю, только что был похожий вопрос, поэтому ответить на этот вопрос будет не таким уж трудным. На транспортные средства, управляемые инвалидом первых и вторых групп или перевозящие их, не распространяется действие знаков 3.2, движение запрещено, то есть знак Б, и 3.28, стоянка запрещена, знак Г. Такие автомобили и мотоколяски должны быть обозначены опознавательным знаком «инвалид». На них также не распространяется действие запрещающих и предписывающих знаков с табличкой 7.18, кроме инвалидов. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Только Б и Г. 18 вопрос. В каких случаях вам разрешается использовать звуковой сигнал в зоне действия этого знака? Знак 3.26. Подача звукового сигнала запрещена. Допускает подачу сигнала только в одном случае. Для предотвращения ДТП вне населенных пунктов. Где нет этого знака, звуковой сигнал можно использовать также для предупреждения других водителей об обгоне. Поэтому правильный ответ будет номер 2. 19 вопрос. Требования каких знаков вступают в силу непосредственно в том месте, где они установлены? Действие запрещающих знаков начинается непосредственно в месте их установки, кроме случая, когда под знаком размещена табличка 7.1.1. Расстояние до объекта, на который указывается расстояние от знака до места, где вводятся соответствующие ограничения. А также, то есть знак В тоже к этому относится, тоже там есть дополнительная табличка, поэтому там, где нет дополнительной таблички, эти знаки вступают в силу непосредственно в том месте, где они установлены. Поэтому правильный ответ номер 2. 20 вопрос. Разрешено ли вам при управлении легковым автомобилем с прицепом продолжить движение в прямом направлении? Знак 3.7. Движение с прицепом запрещено. Запрещает движение с прицепом только грузовых автомобилей и тракторов. На легковом автомобиле с прицепом вы можете проехать и в прямом направлении. Поэтому да, разрешено. 21 вопрос. Каким транспортным средством разрешена остановка в зоне действия знака? Со знаком 3.27 остановка запрещена. Применена табличка 7.18, кроме инвалидов, которая указывает, что запрет на остановку не распространяется на мотоколяски и автомобили с опознавательным знаком «инвалид». Такой знак устанавливают на транспортные средства, управляемых инвалидами первых и вторых групп или их перевозящих. Поэтому правильный ответ будет номер 2. 22 вопрос. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 13 тонн при фактической массе 7 тонн? Итак, знаки 3 и 4. Движение грузовых автомобилей запрещается. И 7.3.3. Направление действия запрещает
запрещают движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешающей максимальной массой более 10 тонн по пересекаемой дороге, вы можете проехать прямо или развернуться. То есть, поэтому правильный ответ будет номер 2. А или А и В. 23 вопрос. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте по четным числам месяца? Зона действия знака 3.30. Стоянка запрещена по четным числам месяца. Распространяется от места его установки до ближайшего перекрестка. Перед знаком вы можете поставить автомобиль на стоянку в любой день месяца. Поэтому да, разрешено. Правильный ответ номер 1. 24 вопрос. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте по четным числам месяца? Зона действия знака 3.29. Стоянка запрещена по нечетным числам месяца. Распространяется до ближайшего перекрестка и запрещает стоянку только по нечетным числам месяца. Поэтому в указанном месте стоянка вашего транспортного средства по четным числам месяца не запрещена, а дорожный знак 3.30, то есть стоянка запрещена по четным числам месяца, действует только на левую сторону дороги. Поэтому ответ будет номер 2. Разрешено. 25 вопрос. С какой скоростью вы можете двигаться на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Обратите внимание на табличку 741. Вид транспортного средства с изображением грузового автомобиля распространяет действие знака, с которым она применена, только на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Таким образом, вы на своем автомобиле можете двигаться со скоростью не более 90 км в час. Правильный ответ номер 3. В каком случае при перевозке крупногабаритного груза вам запрещено продолжить движение в прямом направлении? Знак 3.13, ограничение высоты, запрещает движение транспортных средств, габаритная высота которых с грузом или без груза более 4 метров. Габарит по высоте определяется от проезжей части до верхней точки груза или транспортного средства. Поэтому правильный ответ номер 1. Если высота груза 4 метра. 27 вопрос. Разрешено ли вам при управлении грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны продолжить движение в прямом направлении? Действие знака 3.4. Движение грузовых автомобилей запрещается, не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, расположенные на обозначенном участке, а также обслуживают проживающих или работающих на этом участке граждан или принадлежат этим гражданам. При наличии таких знаков транспортные средства должны въезжать на обозначенный участок или участок и выезжать из него с ближайшего к месту назначения перекрестка. Поэтому, если вы проживаете в зоне действия знака, тогда вам разрешено. Правильный ответ номер 2. 28 вопрос. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку за путепроводом? Зона действия знака 3.28. Стоянка запрещена. Распространяется до ближайшего перекрестка. Пересечение дорог на разных уровнях перекрестком не является. Следовательно, поставив автомобиль на стоянку в указанном месте, вы нарушите требования запрещающего знака. Нет, не разрешено. Правильный ответ будет номер 2. 29 вопрос. Разрешено ли проехать по мосту этому автопоезду, если фактическая масса автомобиля 8 тонн, а прицепа 5 тонн? Знак 3.11, ограничение массы, запрещает движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше 10. Поэтому нет, не разрешается. Правильный ответ номер 3. 30 вопрос. Каким транспортным средством запрещает движение через мост этот дорожный знак? Знак 3.11, ограничение массы, запрещает движение транспортных средств, в том числе составов
транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указана на знаке. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Транспортным средством, фактическая масса которых более 7 тонн. И последний вопрос. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение на перекрестке? Из четырех предложенных направлений вы можете двигаться только в двух, А и В. Поворот направо на перекрестке направления Г запрещен знаком 3.18.1. Поворот направо запрещен. При движении в направлении Б вы оказались бы левее разделительной полосы, то есть на проезжей части, предназначенной для встречного движения, и тем самым нарушили бы принцип правостороннего движения. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Только А или В. То есть прямо или разворот. Итак, дорогие друзья, мы с вами ответили на вопросы с комментариями, значит, на тему запрещающие знаки. А в следующий раз уже будем отвечать на вопросы без комментариев. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока.